сегодня не удалась концовка в этой встрече, ну и, следовательно, проигрыш в матче? Да, наверное, я должен сказать. Давайте, хорошо. Ну, я как вроде бы, что... Ну, в первую очередь, я скажу, я начну, Настя продолжит. Мы сегодня играли усеченной ротацией, 6 игроков. Поэтому, ну, по 37-38, кто-то 39 минут сыграл, тяжело. Вот. Они заиграли сегодня все 9 человек, хотя один игрок там играл тоже 4 минуты немного. Но сам факт, что нам этого не хватило. Не хватило именно ротации. Усталость в конце. Я не буду там, что у нас происходило и так далее. Да, где-то были открытые броски, где были по защите. Я не скажу, что они нас переиграли. Просто у нас была немножко медленная смена. И за счет вот этих смен, без агрессии мы проиграли первую и вторую четверть. Без агрессии мы дали сделать много открытых бросков, они попали. И вот на этом все сказалось. Нас похватились потом уже в третьей-четвертой, а в третьей-четвертой нам сил не хватило. Это мое предположение, да, я думаю, что так оно и есть. Ну, неудачная концовка связана с неудачным началом. Первую половину не было никакой агрессии в защите. Мы позволили им бросить все, что они хотели из-за медленной смены, как сказал тренер, и я согласна полностью. И просто не было агрессии вообще на мяче никакой, ни под кольцом, ни на периметре. Свобода вообще действий была у Самары, реализовали, молодцы. А в концовке, да, просто уже не хватило сил, много глупых решений, которые связаны с усталостью. Очень тяжело принимать быстро, адекватно, когда бегаешь столько минут. Но все равно старались, в третьей четверти все равно дали интригу и пытались, но да, не хватило нам сегодня немножко сил. Делаем выводы. Еще вопросы будут? Поправляемся и готовимся к следующей игре. Выздоравливаем. Потому что два ключевых игрока основных, и Вика Медведева, и Наталья Жедик, заболели с температурой 38. Но это, еще раз говорю, это жизнь. Игра на площадке, жизнь продолжается, нужно двигаться вперед. Все это уже история, нужно забыть эту игру. Да, не очень приятно проигрывать, особенно первую игру дома, команде, которую мы выиграли на выезде и прошлые сезоны. Вот, поэтому, ну, это игра. Самара сегодня была сильнее. Пусть девчонки выздоравливают и... Да, самое главное, чтобы были все здоровы. Вот это самое важное, потому что сезон еще впереди. Это только экватор, наверное, так. Все важное еще впереди. Поэтому уверенно надеемся, что к финальным, то есть и к следующим играм уже придем здоровыми и продолжим борьбу за, так сказать, за позицию, за лучшую позицию. Спасибо. Спасибо.